Здравствуйте, дорогие подписчики, ну и кто просто заглянул к нам на канал. Я надеюсь, вы останетесь, вам понравится, и вы тоже подпишитесь, может быть, даже не забудете про колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления. Итак, друзья, тепломеник мы вам представили, вы его посмотрели, многие даже уже купили. Итак, что мы хотим предложить еще к этому теплообменнику? Оп, теплообменник в сторонку уберем, берем плиточку на Милюкс. Это подставка под теплообменник с плиткой. Она, видите, как оп, компактно складывается. Для чего? Что если она будет в разложенном состоянии, то есть в какую-нибудь сумку, ну сильно большая она в разложенном состоянии. Мы пробовали, сначала сделали вот такие большие, но потом подумали, куда же ее бедную сувать. А так раз, сложили, и все будет в сумочке, все будет. И вы увидите. Так, давайте лишнее уберем, сейчас горелку. Итак, подставка. Да, у многих руки хорошо заточены, мы не скрываем. Вот здесь, видите, в подставке есть выемки, чтобы теплообменник не уезжал. Ограничители, то есть вы ставите теплообменник вот в эти пазы, и он у вас стоит мертвый и никуда не смещается. То есть вы знаете, когда, допустим, сильный ветер, палатку начинает раскачивать, чтобы вот эта вся конструкция вместе с плиткой, если даже какое-то качение происходит, то происходило качение. Плюс, видите, под подставкой воздушная прослойка, то есть не будет так нагреваться у вас пол, соответственно, не будет такого огромного плавления под теплообменником. Для этого нужна подставка. Да, вы можете сделать ее сами, вы посмотрели конструкцию, ничего тут такого заумного нет, но у кого-то нет времени, у кого-то нет материалов, поэтому вы можете уже купить готовое решение. Вот такое. Это морская фанера, то есть ее не поведет, она не разбухнет, не размокнет. У нее, вот, показываем, не скрываем, 6 ножек поставили, все устойчиво стоит и никуда не девается. Поэтому смотрим, выбираем, покупаем. Ну и как всегда, ребята, как мы завели в традицию, данная подставка, да, возможно, у вас нет этого теплообменника и она вам не нужна, но вы можете просто поставить сюда газовую плитку. Берем, ставим, и уже не на столе, вы просто готовите, у вас что-то брызги и прочее, прочее, у вас она стоит на подставочке. У вас, соответственно, стол не нагревается отраженным теплом, то есть комфортно, культурно, прилично. Смотрите, выбирайте, все уже доступно. И как всегда, мы завели в июле, ребята, вот эта данная подставка, да, может быть, она вам и не нужна, но мы ее разыгрываем среди наших подписчиков, которые оставят комментарий под нашим видео. Ну и как всегда, ребята, еще раз напомню, что отправка за наш счет происходит всех розыгрышей, но только для жителей РФ, Российской Федерации, то есть отправка за границу, даже Казахстан или Белоруссию. Ребят, не обижайтесь, но будет происходить за счет вас. А по территории России мы отправляем за свой счет. Так что смотрите, приобретайте. Ну, как всегда, тепла, комфорта и уюта вам на рыбалке. Все, пока-пока.